Шалом, уважаемые дамы и господа. Самое невероятное происшествие во время выхода из Египта, во время вот этих казней египетских, это просьба фараона у Моше благословить его. Представляете, он говорит, вы выходите и благословите еще меня. То есть мы видим, как он ведет себя двояко. Он в момент, когда понимает, что он не прав, он говорит, выходите. Да, я согласен. И вдруг он опять, Всевышний усиливает его сердце, и он возвращается быть тем же неприступным фараоном. И здесь он доходит до самой высокой точки фараонского милосердия. Он говорит, ребята, благословите меня тоже. Мы видим с вами, что кризис меняет людей. Иногда два врага могут стать друзьями. А иногда, наоборот, друзья могут стать врагами. Кризис – это очень хороший экзамен в жизни человека. Причем, может быть, фараон по своей сути он неплохой. Он тот, который просит благословить его, потому что он понимает, что Моше Рабейну – праведник. Он вершит этим миром. Не грешник, а праведник. Не тьма, а свет. И, может быть, в жизни нужен кризис. У кризиса есть плюс. Может быть, это напоминает нам, кто мы есть внутри. Или кто мы могли быть. Я почему говорю «может»? Потому что это очень индивидуально. Каждый человек во время кризиса, он меняется. Но для этого нужно согласиться, что кризис. Признать ситуацию – это значит принять ту точку, от которой ты будешь потом отходить. Это точка благословения. Помните, даже фараон, он сказал Моше, благослови меня. Во время любого кризиса мы просим у Всевышнего, благослови меня. Мы, может быть, далеки от Бога, далеки от действительности, далеки от какой-то духовности. Мы жили всегда в огромном мегаполисе материальности и купались в каком-то масле, каждый в своем. То есть, вы понимаете, когда наступает кризис, ты вспоминаешь, вау, знаете, как Соломон говорит, в день благой радуйся, а в день беды вспомни или узри. То есть мы вспоминаем, вау, как нам было хорошо. Мы купались в масле. Хотя если бы нас вернут в ту эпоху, ну, в отношении к другим это никакое не масло. Вот фараон, даже такой, как фараон, который символ неверия. Кто это Бог, чтобы я ему поверил? Так он сказал вначале, когда Моше к нему пришел. И вот сейчас этот фараон, он просто, у Моше благословение. Пусть потом это уйдет опять, потому что Всевышний его испытывает, наращивает вот эту атмосферу. Мы сейчас не идем дальше, мы остаемся на этом моменте. Почему? Потому что благословение. С Божьей помощью не стыдно попросить у Бога благословения. Благослови нас, Всевышний, чтобы прошел кризис, чтобы прошло все это, чтобы мы прошли это все с честью, с верой и с надеждой. Шалом, шалом.